Как может проходить день рождения детского дома? Конечно, по-домашнему, в доброжелательной атмосфере, которую так стараются окружить воспитанников педагоги. В этот праздник коллектив взрослых и детей вместе перелистал самые яркие страницы за 17 лет существования дома, который они называют семейным. Пришли и друзья семьи. Мария Основина, менеджер совместного предприятия «Урал Боинг Мануфекторинг», вручила ребятишкам машинку, с помощью которой воспитатели будут наводить прически мальчишкам и, конечно, сладкие призы. Михаил Тархов, профсоюзный лидер цеха номер 21 в СМПО, от правкома предприятия вручил подарочные сертификаты магазина «Маленькая страна» на общую сумму 10 тысяч рублей. Это не детские, это настоящие подарочные сертификаты из «Маленькой страны». Так, ну это то же самое, что и деньги. Я хочу их передать для вашей главной мамки. Галина Аркадьевна. За 17 лет из детского дома выпустилось много юношей и девушек. Менялись руководители и формы организации. Одно всегда оставалось неизменным и самым важным – это погода в доме. Ее капризы, конечно, случаются, но быстро проходят.